заклятие подшибли, гады окружили меня, вцепились мертвою хваткой, хотели измотать, отрезать путь к своим, взять в плен живым. Плен никогда, если патроны я все не расстрелял, не сбить бы меня, ни за что сумел бы вырваться, но немец успел меня ударить в спину. Захлебнулся мотор, земля качнулась, и лес, как дикий зверь, прыгнул на меня. Подшибли. Но жив, 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 цел и жив. Что-то случилось с ногами.
дня пути, а лес все тот же, и нет надежды на помощь, на крышу, на глоток воды. Наш Alles für Deutschland, но пока пусть мне он послужит. Трудный путь и опасный путь ждет меня, я знаю. Банда консервов — это получше еловой коры. Мне хватит надолго. Дальше к своим, только ноги совсем не годятся. Кажется, никакая сила не сдвинет с места. Если я сяду, мне не подняться больше. Будь что будет. Лечь, забыться. Все, теперь все, все. Неужели все? Волга, Камышин, тоненькая девушка в пестром платье на траве зеленой луга. Неужели? Прощай, Ольга, Ольга. Неужели? Прощай. Oh.
трон близок. Скорее туда, скорей, к своим, к своим. На четвереньках по звериному от сосны к сосне вперед, от пенька к пенечку вперед, от сугроба к сугробу вперед. Ничего, товарищи, ничего, товарищи, все будет хорошо. Я чувствую, следят, следят за мной. Немцы, скорей надо приготовиться. Только не плен, два патрона для врага и для себя последний. Друг или враг? Зверь, человек? Человек, не человек вовсе. По-русски, говорят по-русски. Именно по-русски. Эй, ты кто? Что ты тут делаешь? А вы кто? Ты вам шарики не говори! Я А вы кто? А тебе по что знать? Я русский летчик. Меня немцы сбили. Да помогите же! Какого черта? Ишь, ругается и плачет. Наган-то брось! Говоришь, летчик? А документ?
Есть? Пока! Дяденька, ты почему же такой тощой? Свой! Ну, Федька, довольно! Беги во весь дух, зови народ, а я тут буду караулиться. А вы кто такие? Здешние мы, лесные. В деревню нашу Плавни ворвались отряды немцев. Тогда мы всей деревней ушли среди ночи в лес. Зондеркоманда пошла по деревне, а избы все пустые. И сожгла тогда зондеркоманда все-все избы, все как есть. Батя у меня председателем колхоза. И батю, и братеньку моего немцы схватили. Батя все кричал: пропишут вам за нас, сукины дети. Кровавой слезой за нас заплачете. Грех какой, ах ты грех какой, вовсе измотал себя человек, сущий шкелет, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ой, какой, и правда шкелет, не шевелится, без памяти он, жив ли? Ой, бабоньки, чего ж это с ним? У кого же, бабоньки, жить он будет? У меня землянка сухо, песок, песочек и воздух вольный. Печура у меня, печура, а живет во сколько? От одного духа приставишься. Дед Михайл, давай ко мне, я ему лепешки печь стал, яичек в крутую сварю. Он, видать, сколько дён просянного зёрнышка во рту не держал, а ты вкрутую. Ему бы сейчас Василиса куриного супчику похлебать. Вот бы твою курочку. И не дам. Ни там, ни там, и не проси. Черт ты старый, черт ты лысый. Ишь, супчику похлебать. Да не снуйте вы под ногами, сорочье отродье. Ко мне поедешь. Уж мы тебя всем колхозом нашим, значит, выходим. А ты, Серёнька, проберись скорее к нашим. Знаю, путь твой будет трудный, но поручение очень важное.
Вы лежите.
крик. Как Анисья-то моя померла, померла, а я грешный человек и подумал. Слава тебе, Господи, он пожил в тишине и покое. Вот меня Бог и наказал. Мужики-то наши все в партизаны подались, и остался я за великие грехи. Бабьим командиром. Варя! Варя! Слушай! Варя! Летит! Летит! Садиться, Варя! Стало быть, садиться! Сел! Выполнил задание. Ну, дедусь, показуй свой трофей. Да вот же он, Господи, вот же он, Господи, вот-вот-вот-вот лежит. Андрей, ничего не вижу. Да вот же он, да вот же он. Андрей, не узнаешь? Лёшка. Лёшка, да то ж ты, Лёшка, Бисов сын, Бисов сын. Лёшка, Лёшка! Допустите его, допустите его, Бога ради, он еле-еле жив! Лёшка, Лёшка, Бисов сын, Лёшка, Лёшка, Бисов сын, живый, Лёшка, живый, Бисов сын! Ну, спасибо, спасибо тебе, дедусь! Да где же он был до сих пор? Ребятишки наши нашли его. Катится сбоку на бок и охает. Как это катится? А так и катится, так и катится, говорят ребята, так и катится, чтоб своим пробиться. Ползти-то на карачках, сил больше нет. А ты, друг, на ус мотай, на там начальству своему расскажи-ка великого подвига. Бредит какой-то Олей. Оля, да Оля, есть у вас там такая? Невеста.